Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Игорь, рад вас видеть. Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если кремлевскому режиму нужно 120 миллиардов долларов, да, это в течение нескольких лет, это не за один год, не сразу единомоментно происходит, является это индикатором чего? Что есть проблемы с поступлением от основных ресурсов? Нефть, газ или нет? Или это просто невзаимосвязанные процессы, которые происходят в любой стране, которая ведет агрессивную войну? Объясните с точки зрения экономики, как это понимать. Ну, ситуация простая. Значит, чрезмерно растут расходы, и стандартная модель формирования доходов бюджета перестает работать. Смотрите, в принципе, Россия сейчас получает немалые доходы от экспорта нефти, то, что цена пока держится достаточно большая. И вроде удается вывозить нефть, несмотря на все санкции, которые применяются против российского теневого флота, пока он еще возит, хотя уже не так активно, как мог бы. Но все-таки возит, и доходы приходят. Но они приходят формально, потому что очень много денег в России не возвращается. Но как бы история сейчас довольно любопытная. То есть люди из России отгружают нефть, отгружают газ, им формально начисляют доходы от запроданное, а они эти деньги в России не возвращаются. То есть это как бы... Ну, Центробанк говорит так, что деньги есть, но деньги на счетах в зарубежных банках. И, в общем, эти деньги не могут вернуться, и получается, что возникает проблема. Из-за этого сейчас, значит, даже стало правительство снижать требования по обязательной продаже валютной выручки, потому что деньги не могут вернуться в страну. Ну и как бы добросовестные российские экспортеры попадают в беду, они не могут продать валюту, потому что не могут вернуть ее в Россию. Поэтому только что снизили дважды за месяц эти нормы, значит, возвраты выручки сначала там опустили до 6, сейчас до 40%. И это означает, что деньги приходят плохо, они формальные. То есть формальная выручка есть, реально деньги не пришли. А расходы-то реальные на войну. Расходы на военную технику реальные, их надо оплачивать. И возникает ситуация, когда формально вроде деньги есть, а реально денег нету. И бюджет не может получить деньги, ему нужно срочно искать какие-то источники. А с источниками плохо, ну потому что ну, кроме экспорта что ты еще можешь? Внутреннее производство растет только 5 части военного производства, которое ты же и оплачиваешь, да, ты на него и даешь деньги. Так что ты на этом сильно не заработаешь. Значит, что касается гражданского производства, то оно, несмотря на все заявленные идеи импортозамещения, не сильно процвело, не сильно развелось, да и не может развиваться, потому что в стране работать некому, в стране дефицит рабочих рук. Ну и в общем, да и многие производства просто в России делать невыгодно. Слишком маленький рынок. Поэтому получается, что, в общем, остается единственный способ отнять, уже называется, пока еще живого российского бизнеса, отнять у российских граждан как можно больше денег, чтобы перекантоваться до полной победы. Вот они на это, собственно, и делают ставку, поэтому повышают налоги. Но эта проблема не решает. А скажите, пожалуйста, как это ощутят на себе российские граждане? Ведь мы не раз уже обсуждали в нашей студии, что, к сожалению и к большому удивлению, на бытовом уровне россияне войну не чувствуют преимущественно. Чувствуют, да, те, кто потерял своих близких, родных, ну, которые ехали в другую страну за деньги убивать. Это понятно. Но глобально чего-то катастрофического ни в Москве, ни в каких-то других городах крупных не происходит. А вот эта инициатива про 120 миллиардов в течение нескольких лет, она по ком-то ударит, по ценам, не знаю, по социальным выплатам. Ваши прогнозы? Ну, значит, смотрите, пока картина такова, что впрямую ударяет эта реформа больше всего по бизнесу, потому что ему повышают ставку с 20 до 25%, это для всех, плюс, значит, не очень большому бизнесу, который там зарабатывает более 60 миллионов в год, значит, ему отменили освобождение от НДС, он теперь будет с НДСом возиться, значит, с этим НДСом будет мучиться, и это как бы удар. То есть практически что получится, что... А больше всего для начала пострадает российский бизнес. Российские граждане пострадают от этой реформы мало, поначалу. Ну, просто потому, что как бы реформа начинается с того, что она затрагивает тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц. Это очень маленькая часть. Россия – страна очень бедных людей с очень маленькой зарплатой. И 200 тысяч в России получает не так много людей. Поэтому, значит, это как бы налог на богатых, который, кстати, вполне хорошо любит Путина и, соответственно, является опорой его режима, вот им за верность, за любовь, за, так сказать, поддержку режима, значит, принесли подарок в виде
повышение налогов на их доходы. Потом надо иметь в виду, что многие из этих людей владельцы бизнеса, и теперь они попадут под двойной удар с их личных доходов. Они будут платить больше подоходный налог, а с другой стороны, как владельцы бизнеса, они будут отдавать больше прибыли, значит, соответственно, по налогу повышенному на прибыль. Поэтому это удар по российскому бизнесу прежде всего, причем особенно по малому и среднему, тому, который не получает огромные деньги за военные заказы, то есть по гражданскому бизнесу. По ним это ударит, и сейчас обсуждается тем, что, возможно, очень будет сильное сокращение малого и среднего бизнеса в России в будущем году уже. Так что это вот с этого. Что касается граждан, повторяю, они пока это не увидят. Но ведь надо иметь в виду, что в России инфляция. И в России поэтому, значит, растут цены. Раз растут цены, то приходится повышать зарплату. И это приведет к тому, что вот человек сегодня не получал 200 тысяч, а завтра он переползет за эту рамочку и начнет платить повышенный налог. Там уже появился расчет, что если не корректировать эти границы, не индексировать, как это называется, то лет через 5, значит, под это прогрессивное налогообложение попадет уже там довольно существенная часть. Сейчас пока 3% попадет работающих, а там попадет уже 13%. То есть как бы они заползут в эту зону прогрессивного налогообложения, но это вот на горизонте 5 лет. А главное, что, конечно, что происходит? Раз эти деньги забираются у бизнеса и у населения, то эти деньги, они отдаются государству, они не вкладываются в покупку товаров, они не вкладываются, значит, соответственно, в развитие гражданского бизнеса. То есть это как бы означает сужение рынка сбыта. В России и так рынок маленький, на этом рынке вообще очень много производить просто невыгодно. Проигрываешь китайцам, которые работают на весь мировой рынок. Поэтому, ну, в общем, это фактор сокращения роста российской экономики, замедления роста, возможно, фактор будущей рецессии, то есть сжатия российской экономики. Вот сейчас российские экономисты спорят, насколько упадут темпы роста валового продукта России за налоговую реформу. Потому что забираются деньги, которые могли быть вложены в экономику, они будут отданы государству, а государство их, скорее всего, потратит на войну, и в экономику ничего не придет. То есть, ну, как бы, гражданская экономика отдает свою кровь для войны. И россияне отдают свои доходы на войну. Давайте поговорим еще, Игорь, вот о инициативе Еврокомиссии, которая планирует очень скоро, это я цитирую их заявление, внести предложение о пакете кредитов на сумму 50 миллиардов долларов. Это тоже мы не раз обсуждали. Речь идет о залоге замороженных российских активов для поддержки Украины. Якобы задача у них стоит успеть до конца года завершить законодательную работу. По крайней мере, об этом еврокомиссар по экономике заявляет. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас происходит вся эта катавасия, и кто там вставляет палки в колеса, почему до сих пор решения нет, или просто мы не до конца понимаем, что бюрократия Европы намного сложнее? Ну, я не такой крупный специалист по работе Еврокомиссии, чтобы ответить на этот ваш вопрос. Но надо понимать, что ведь проблема Евросоюза – это более-менее такая жесткая процедура согласования решений, требующая достаточно более большого консенсуса. А Европа сейчас неоднородная. Европа сейчас политически даже неоднородная. Там очень разные направления. И далеко не все политики так уж жаждут помогать Украине. Не будем обольщаться. Есть масса людей, которые говорят, о чем мы должны помогать Украине, когда у нас куча проблем для собственных избирателей нерешенных. Да? Поэтому понятно, что никакого особого желания уж так снимать последнюю рубашку и помогать Украине не существует. Поэтому тут обольщаться нельзя. Если что-то удастся пробить, то это будет большое счастье, но я бы так был очень осторожен. Обратите внимание, что так и не конфискуются российские деньги. Это пока признано нереальным, пока признано опасным для европейского рынка. Эти деньги так и остаются в собственности России, хотя и заморожены. Речь идет только о том, что под залог этих денег даются кредиты, и то, как видите, они никак не могут этот механизм согласовать. Тяжелый процесс, и поддержка, в общем, Украины слабеет, это надо понимать. Понятно. Ну, тут единственное добавлю, что вы говорите, рубашку не с себя, наверное, все-таки с Путина боятся снять последнюю. Хотя, наверняка, она далеко не последняя, учитывая видео его дворцов. Спасибо вам большое за участие в эфире. Было интересно про сложные вопросы получить довольно понятные и простые ответы от вас. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, был в эфире Freedom. До свидания. Доброго.